На месте старого детского сада в поселке Вуги строят современное дошкольное учреждение, которое смогут посещать 200 малышей. На данный момент готовность объекта составляет 50%. С инспекцией строительную площадку посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Возведение детского сада вдохнет в этот микрорайон новую жизнь. Среди зданий, построенных в начале 50-х годов прошлого столетия, появится современный объект с благоустроенной территорией и новейшим оборудованием. Работы на строительной площадке идут согласно графику. Сегодня здесь трудится 50 человек и 4 единицы спецтехники. Сейчас ведутся работы по гидроизоляции кровли, по работам по венфасаду, остеклению. Противопожарных остеклений идет уже, так контур весь закрыт уже обычным из ПВХ остеклением. Идет работа по благоустройству, наружной инженерии сделано 90%, осталось только провести там 50 метров ГВС. Внутренняя работа инженерии на 90% уже выполнена, остаются конечные работы. Внутри здания уже идет подготовка к покраске стен. После этого этапа дело останется за малым. Рабочие начнут устанавливать розетки, мебель и оборудование. В саду предусмотрено 9 групп, в том числе и ясельных, актовый спортивный зал и пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Конечно, этот объект все ждут, ждут родители, ждут детки. Объект пригранично находится с второй школой. Поэтому это такой учебный кластер, обновленный, сам фасад здания, наполнение здания, оборудование, все это по последним техническим требованиям и требованиям образовательных учреждений. Завершится возведение детского сада в конце этого года, и уже в начале следующего состоится его торжественное открытие. На данный момент в городском округе Люберцы идет строительство 6 дошкольных учреждений и 4 школ. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.